Мне по большей части интересно показать цены здесь, ну, потому что люди, сами понимаете, едут в основном-то что за по делу, и так до кучи еще прикупить чего-нибудь такого, что в Таиланде дорого стоит. Но Малайзия вот славится этими своими высотками, высотными строениями. Такие у них, конечно, монументальные строения. Ну, отсюда здесь проще. Такси. Плаза. Ну, и все, решили на пенанке. Да, куда скажешь. Сейчас здесь пошарахаем. Да, ну, посмотрим цены, бренды. Посмотрите. А как тут вообще бренды по сравнению с Таиландом? Дешевле, дороже? Скидки, скидочные сезоны бывают. Сумочки. А цены? Садика. Я уже привыкла на тайском говорить. Такие всякие. How much? 1500. Thank you. Вот это монументализм малазийский. Сейл 70%. Да, сразу же. Аж бутылка упала, выпала из рук. ₩169. 1500 ватт. Давайте посмотрим, сколько сейла стоит. Вот еще платьишко. 200 рингит. 200. Нормальные цены, в принципе. Не больше 200. Маечка, он 79. А вот распродажные. 119 рингит. Ну да, вот это прикольное. Слушай, ну можно так выбрать-то тут. По 70% скидка. Вот джинсовое платье. Вот такое. $149. О, вот это приколюшка. Мне так нравится. Купить, срочно купить. О, и всего 99 рингит. А мне вот такие штуки нравятся. Ну, блин, ну это, конечно, не рабочий вариант. Вот эти вот моменты, как бы, я не могу просто их носить. А ты сахар ешь? Да. Надо от сахара отказаться. У меня тоже так было. Сложно, да, согласна. Отказалась, и у тебя вот эти вот все. Ушли, да. Вон, ну видишь, ну у меня вообще было так. Я просто как бы сейчас кофе без сахара. Это я сейчас здесь пью с сахаром кофе, потому что оно вообще невкусное в Таиланде. Ой, сзади вообще какое классное оно. Да. Класс, стильно. Я еще люблю вещи такие, чтобы не мнущиеся были. Беленькая, посмотри. Ой, мужа нет, так хоть можно спокойно походить. Кассир-то вечно орет. Че ты там смотришь? Пошли, давай быстрее. В общем... Нормальный ценник. Вон машинка такая. Для Тая прям ездить на байке. Да, да. А вот кофточка такая с брюками. Вообще класс. 119, класс. И вот брючки. Вообще. Ну-ка, брючки сколько? 99. Так вообще 200. В общем, ценник в пределах 200 здесь. Рингит. Обувь. Говорят, что обувь в Таиланде плохая. Посмотрим в Малайзии. Есть достойные варианты. Неплохой вариант.
Так, мне почему-то все время тянет на бирюзовый цвет. В виде пакетика сделано, прикольно. Смолин. Маленькая. О, какая вообще крутая штучка. Вот сумочка неплохая, легкая. 339 рингит. Клатчи разные. Такие стильные. О, какая красота! Класс, да? С такими кисточками. Не, ну обувь мне почему-то здесь не нравится. Если только классический стиль, вот эти вот. И вот еще. $189. А классика жанра сколько стоит? Тоже 189. Марк Спенсер. Посмотрим тут, что почем. Очень красивая. А сколько стоит? Ну, здесь уже ценник побольше в два раза, чем манго. 349 рингит. Зато и стильные вещи такие довольно. Блузон. $209. Да, здесь брюки к нему. 179. Ну, какое платьишко клевое. 139 всего рингит. Классно. Брюки. Клеточка. 249. 400 рингит. Ну, за такую красоту стоит иногда заплатить. Ну, смотрите, оторочка какая у рубашки. Бархатная. Интересно. Необычно, по крайней мере. 249. В общем, ценник тут рубашки 249, платье 400. И короткие платья по 139. Ну, классические джинсы. 209 рингит. Даже есть теплые вещи. По 129 кофточки, если кто-то мерзнет в Таиланде или в Малайзии. Ну, 129 рингит, это 1000 бат, это 2000 рублей. Вот такие здесь цены. Топ-шоп. Топ-мен. О, 25% скидка. О, рубашонка прикольная. Яркая такая. Мы сейчас ее возьмем. 169 рингит. Пошопились, проголодались. Идем кушать. Косметика. Линзы. Есть, просто их не видно. А вот.
или оно там... А вон видно, 1760 вот эти вот очки. Все понятно, 10 штук. Вот эти 1760. Ну, нормально для Диора, это 10 тысяч рублей. О, Макдональдс. Что там? Сейчас попробую. Есть тут тайский соус, как в Таиланде. Мой любимый. А сколько тут Биг Мак стоит? Ну вот смотри, 13. В общем, минималка 13 ренгит. 13 ренгит это 130 бат. Thank you. Вот прайс. Smoky grilled beef. Мин. А? Мин. Это с рыбой. Smoky grilled beef. Этот чизбургер. Кола без алтайс. Мне послышалось райс. Да, какой райс? В общем, нормальная цена. 200 рублей. Соки фреши. Welcome. 7,5 ренгит. Цены такие нормальные. 60 бат примерно. В общем, все марки в этом магазине есть. Какие вы хотите, какие вы любите. И цены здесь выгоднее, чем в Таиланде. Так что выгодно здесь покупать вещи. О, какие рюкзачки. Сколько стоит такой рюкзак? 1 000 000 еще выиграешь. 349 рингит. Ну, тут разные бренды. Пума, Адидас, Рибок. Ой, как тут холодно. Одевайтесь теплее. Так, купальнички. 282.99. Двести пятьдесят три. Большой выбор здесь. Juicy Fruit. Манго Пум. Здесь. Магазинчик Ubisoft. Тут всякие штучки. Все по 5 вообще. Что тут есть по 5? Ручки, канцтовары. Всякие разные. Карандаши. А мне нужен крем. Игрушки. Блин, вот где надо было шарики-то купить. Я лоханулась. Купила там дорогие шарики. Вон масла всякие. Как вкусно пахнет. Мыло, шампуньки. Не, ну навряд ли это 5 стоит. 17,90. 179 бат, короче. Так, мне нужен крем. Так, этот крем сколько? 10, 100 бат. О, алоэ гель. 15, 150 бат. А ну какой же мне крем-то взять? Какой же? Вот. Да, это для умывания. 10 бат.
12. Вот такой 12. И мы сейчас на цокольном этаже. Здесь все про еду. Винишко есть. Коктейли. Мы идем в продуктовый магазин Меркато. Мыльце. Мыльце тут недорогое. 30 бат стоит. Говорят, 61 стоит у нас, а здесь 30. Да, Камея у нас нет мыла, это точно однозначно. А Камея, вот я помню, что я покупала в России, там что-то приколюшка была. А в Таиланде люкс. А, это 3 за 7. 45 бат. Не за 74 бата Камея. Лекарства тут также продаются. Панадол 54 бата. 24 таблетки. О, пойдемте винишко посмотрим, сколько здесь стоит. Ну, вино здесь прям дорогое, офигеть-ка. Пиво. Пиво 235 бат. Дайте два. Надо Family Eleven, 7-Eleven посмотреть, сколько стоит. Баночка 94, 180 рублей. Карлсберг 180 рублей. Так что цены-то здесь дорогова будет на спиртное. Ну, мусульманская страна, что. Можно ли за 300 найти бат здесь вино? В основном 700, 500. Нет. Наверное, здесь нельзя. Уже 500 бат. Здесь вина вы не найдете. А тут уже за 1000 пошли вина. Вот, давайте посмотрим спиртные напитки. Ой. Ну, к примеру, Black Label. 2550 бат. Это что у нас? 700 миллилитров. Так что берите с собой duty free. Вода здесь стоит 20 бат. Ну, говорят, сухофрукты недорогие. Ну давайте посмотрим. Ну да, 45 бат, вот всякие разные. 49 бат. Тут 200 бат, всякие орешки, вот орешки, 59 бат маленькая. Все здесь сухофрукты гребут. Вот, 146 с орехом мекан, пекан, вернее. 150 грамм, нормально так. Шоколад. О, 217 бат. Я все сразу умножаю на бат. Феррерка, Рошешка. 475. Вот прям какой классный подарочный набор шоколада. С башнями. Малайзия. 178 бат. Хорошо, что мы поели по тортику. Мне сейчас не хочется сладкое ничего брать. Да. Какая прелесть. Я сейчас набрала бы кучу всего. Вот, на развес сухофрукты. Ну, очень много всяких разных на выбор сухофруктов. Цены видите. Все умножайте на 10, получите в батах. Даже вон цветочки, чаи разные, такие цветочные. 3-4 бата, смотрите, какой набор.
классный. Возьму, наверное, детям на подарок. И... ну вот, дешевле, да, действительно. Липтон 125 бат. О, Димах, 50 пакетиков. Премиум 100 бат. Ну, давайте смотреть еще, что тут у нас. 120 бат? Мне так же дорого, да? Ну, а да. Возьму на работу. О, 149 бат, смотрите, тут 100 пакетиков. Что тут, например, мука 62 бата. В Теско можно по 30 бат купить. Всякие вот штуки. Масла тоже дороже выходят. Ну, чай действительно здесь дешевле. Ну, кокосовое масло 300 бат. Кетчуп 53 бата. Яйца 56 бат десяток. То есть круп, как бы, здесь разнообразие побольше. Бобы 104 бата. Ну, покупали за 60 бат. Так что, ну, здесь ценник в разы дороже, но выбора больше. Специи вон разные есть. 45, 50 бат, горошек 58, корица 30. Ой. Да. Ну, не сказать, что прям дешевле. 38 бат маги, куриный бульон. Всякая бытовая химия здесь дешевле выходит. Всякие гели, шмели. Вот что берут люди. Медведя. Сколько медведя? 490 бат. Огромный вот такой медведь. Мальчики, берите на заметку. Дарите девочкам медведей. Я вот этими вещами, как моечными, здесь пока не интересовалась. Но раз девочки берут, значит, они здесь выгодно. Так, и немного местного 7-Eleven вам. Ну вот, к примеру, даже вот эти вот 30 бат стоит такой обед. Hello. Так. Соки, воды, вода. Бутылочка 18 бат маленькая. Большая 30 бат. Самое это пиво. Какое тут продается? 139 бат. А, вот тигер есть. Тайгер. 200 бат. Ни хрена себе. Всякие коктейли вон по 38 бат. Самая дешевая 109 бат, маленькая баночка бланк. Да, капец, конечно. А вон еще Карлберг маленькая. А большая 238 бат, большая баночка. А че? Так, а она открывается вообще? Сингл, 125 бат. Чипс, такие же цены. Но я не хочу сейчас чипс. Шоколадные яички, непонятно где. 99 яйцо. Такая же цена. Ух.
всякие тут соки, воды. Где-то тут. Москва. Москва. О, Россия.